В очередной раз в Алдане состоялся традиционный фестиваль авторской песни «Берег дружбы». Участие в мероприятии приняли около 70 человек. Продолжат коллеги. В Томоте Алданского района прошел фестиваль авторской песни «Берег дружбы». Отличительной чертой уже 9-го по счету мероприятия стало небольшое количество участников – около 70. Однако это не испортило атмосферы фестиваля и его главной цели – общения и творческого духа. Как отметила неизменный председатель жюри Наталья Кучер, фестиваль по-прежнему развивается и имеет потенциал. В одни года мы не могли гран-при, он не мог никак поделить, кому его дать, потому что и один достойный, и другой. Да? То есть, сейчас сложилось по-другому немножко. Зато у нас прекрасные лауреаты в исполнителях в этом году, и поэты прекрасные были. В этом году участникам не удалось разыграть гран-при бардовского конкурса. Как отметили устроители, может быть потому, что сильной стороной фестиваля была поэтическая часть. Авторы показали себя с самой сильной стороны, что говорит о многогранности и непредсказуемости «Берега дружбы». Немножко есть снижение у участников фестиваля, конкурсантов, скажем, в части самоподготовки. Потому что многие участники, как отмечали член жюри, пытаются выехать на старом багаже. В течение года над собой не работали. Вот, новых песен мало. Тем не менее, по итогам фестиваля было много лауреатов, в том числе и в детской номинации «Котофеич». И уже по традиции великолепной кодой стал хит «Майя Алдан», в строчках которого скрыт девиз фестиваля «Дружба дороже золота». Руслан Павлов, Татьяна Лохнина, Томот, НВК «Саха».